Место хорошо охраняется. Так. Странно. Эй, что? Вижу! Вижу врага! На куски я пору! Надо... Эй! Никого. Но надо следить. А что? Странно. А там что?
Купа, я тебя спасу. Думаю, жить будешь. Скоробей лишил тебя языка, но ты можешь помочь. Харков сказал, что ты искал Скоробея.
Помоги, и он умрет, обещаю. Я! Ах, да! Разойдись! Бедедук, а не хает! Сет! Наш Миджай вернулся! Понадобилось что-то еще? Да, сам знаешь. Послушай, Реда, где твои родители? Это долгая история, Сэнни. Александрийские филакиты поймали их на краже и сварили заживо в бронзовом быке. О, Анубис, мне жаль, Реда. Забудь, боги их забрали, зато дали мне верблюда, Амона, мою гордость. Я брожу по пустыне и любуюсь закатами, когда захочу. И это моя свобода. Ясно. Как всегда, твоя мудрость не перестает удивлять. Да, Сирис не слушает стенания слабых. Хочешь что-то купить или продать? За золотом будущее. Дедушка! Дедушка, как ты? Что с ним? Избит, изранен и хочет пить. Солдаты не пощадили его, но он поправится. Где твой отец, Кавап? Надо поговорить. Его тут нет. Он на строительстве. Мама! Дедушка ранен! Солдаты снова решили, что он попрошайка. Отец, что ты опять натворил? Искал Скоробея. Если поможет мне, то я буду вас защищать. Скоробей просто миф. Все это знают. Он попросил прочитать. Похоже, Скоробей собирает армию и ведет к Литополису. О боги! В город, где сейчас мой муж. Город, сгинувший в песках? Отцу предначертано возродить его. Скоро мы встретимся. Да, мама? Да. Мой муж Тахарка работает там не один месяц. И точно поможет. Он всех там знает. Если что, передай, что я по нему скучаю. Конечно, передам. Thank you.
Ветер поднимет пески. Мастер Тахарка? Я Баек из Сивы. Да, я Тахарка. Архитектор Саиса и управляющий в Летополисе. Я знаю твою семью. Говорил с женой. По ее словам, ты знаешь что-то о Скоробее. Здесь говорить не стоит. Кто-нибудь может нас подслушать. Идем внутрь, и я отвечу. Твой сын гордится тобой и скучает. Скоро свидимся. Вот бы каждый из моих потомков продолжил мое дело. Этот мир создается мечтателями. О чем мечтаешь ты? Мне нужно найти Скоробея, а не мечтать. Скоробей ищет слабых. Мне он не страшен. Ты не боишься Скоробея, Тахарка? После того, что он сделал с твоим тестем? Мне безумно жаль старого Гупу. Именно труд всей моей жизни навлек на него эти беды. Да простят меня боги. Мастер Тахарка! Они снова напали! Баек, помоги мне! Ветер. Идет буря. Песчаная буря подала свой голос. Псы из пустыни используют его как боевой клич. Грабители скрывают свои набеги, следуя за бурей. Ветер крепчает. Нехорошо. Сюда! Оттесняйте этих негодяев! Они приходят с бурей! Эти стервятники летят на крыльях бури! Тревога! Сюда! Пробуй это! Тебе здесь не рады! На нас напали! Буря! Эй, ко мне, братья! Могу стрелять! Не тянуть это! Бэнбак! Жертву.
Песчаная буря подала свой голос. Псы из пустыни используют его как боевой клич. Грабители скрывают свои набеги, следуя за бурей. Держись рядом! Не дай им окружить тебя! Я не позволю уничтожить мои труды! Сюда! Оттесняйте этих негодяев! Они приходят с бурей! Эти стервятники летят на крыльях бури! Я быстрее! А вот и! Помогите! Да! Могу стрелять! А, нашел! Будет буря. Я орошу эту землю! Горы песка. К оружию, братья! Я убью тебя! Кохерки, а? Мы лучшие воины Египта! Ну, Миджай, надо биться! Живо, убей их! Будешь страдать за это! Возомнили себя львами, а на деле шавки! Баек, нападай! Будь рядом, Баек! Литополис не дрогнет перед вами! Умрите, грязные псы! Помогите мне! Я решу все твои проблемы. Haben, eh? Hadi
вечеру! Баек, ты разил их как зуб Себека! Идем с нами! Мы не позволим этим вшивым псам запугать нас! Помоги нам избавиться от этой угрозы навсегда! Да, ты жаждешь крови, Тахарка. Но эти бандиты не моя забота. Расскажи о Скоробее и езжай. Долг Меджая — защищать людей, так? Эти мерзкие грабители угрожают невинным жителям Литополиса. Присоединяйся! Мы с тобой прогоним этих псов в их любимую пустыню. И тогда я расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Ладно. Сегодня я помогу тебе. Хай посешен герех. Ну, Баек, нам пора отправляться в путь. Отважные жители Литополиса! Мы вытравим грабителей из их нор и зальем их кровью всю пустыню! Эй, ты что, пьян? Разойдись! Цель, что ты себе поставил, недостижима. Лишь боги знают наверняка, Баек. Но если не тянуться к звездам, как понять, достанешь ли ты? Литополис был прекрасен, но его забрала пустыня. Я хочу доказать миру и богам, что люди способны на все, если захотят этого. Возможно, боги прислали тебя, чтобы ты помог мне. Сильная рука, зоркий глаз. Мы могли бы прославить этот край. Я преследую свои цели. Я попробую переубедить тебя. Эй, ты что, пьян? Нужно быть осторожным. Кажется, сверху обосновались бандиты. Что-то там есть. Совсем рядом. Прикрываю. Так.
Элисабет! Нарсуча! Благодарю, Байк. Я думал, что моим мечтам не суждено сбыться. Ты же дал мне силы, чтобы победить грабителей. Кто они? Одержимые слуги Сехмет, богини войны. Им нужны лишь хаос и разруха. Они со Скоробеем? Нет, они мнят себя львами, а на деле просто стервятники. А теперь сами стали падалью. Я пойду со жрецом в город. Встретимся у меня. Поедим, и я расскажу тебе все, что нужно. Да благословит Птах тебя и того, кто спас меня. Как ты здесь оказался? Меня похитили эти кровожадные безумцы. Я думал, дорога до Литополиса безопасна. Теперь да. Угроза миновала. Так ты из Мемфиса? В Мемфисе много жрецов. Там я не нужен. А Литополис возродился. И все благодаря тебе. Как дела в Мемфисе? Скажу честно, его окутал мрак. Высший жрец разгневал богов. Он обречен видеть смерть города. Твои люди пришли в Мемфис. Они поведали о твоих мечтах. Я пришел сюда служить богам. Сперва отдохни, а потом мы поищем тебе жилье. Байк, а ты видел песчаную бурю? Идем, отец пригласил тебя. Рад, что вы живы и здоровы. Да, боги благоволили нам. Мы видели грифов, и гиену, и кучу песка. Песка тут хватит на всю жизнь. Поэтому нам так сильно нужна помощь. Мы ждем всех. А что ты обещаешь людям, Тахарка? Собственный участок земли и дом. Нужно всего лишь отвоевать их у пустыни. И это все? Взять и выкопать дом? Нет же, все не так просто. Это общее дело. Во славу богов. Люди знают, что он видит истину. Это похвально, почитать отца, Каваб. За спасителя Литополиса. А теперь мы поедим фиников и... Что с тобой? Тебе плохо? Yeah.
Да проклянут тебя боги, Тахарка! Во всем! Сену. Айя. Где ты, любовь моя? Хему. Я подвел тебя. Прошу, прости. Скоро незримый проведет меня сквозь вечную тьму. И я окажусь в полях Иоанн. Вот так. Умница. Да помогут тебе боги. Без доспехов, оружия и денег. С чего же начать? Быстрее, пока ветер не замел все следы. Потом скоробей. В линию! Убью! Mm-hmm.
Сперва оружие, потом скоробей. Стража держит ухо востро. Пусть бы оставались в тенях.
Кохартиан? Эй, стоять! Увидят, сразу накинутся. Что? Эй! Сдохни, тварь! Вижу! Куда же ты, обезьяна? Эй, что? Тебе здесь не рады. А вот и... Что? Эй! Что? Тревога! К оружию, братья! Эй! Эй! Ты кто? Эй, что? Эй! Эй!
Эй, что? Не убежишь! Я убью тебя! Сдохни, тварь! Ха! Я уже рядом! Вижу! Что ж, значит, вот как умирает мечта. А ведь я мог построить нечто вечное. А Гупа пел бы песни о твоих свершениях. Я о многом жалею! Но мы все рабы высших сил! Мы все выполняем волю богов! Спасения нет! Я не единственный в Ордене Древних! Убив меня, не обретешь покой! Поверь, мне не нужен покой. Я избрал этот путь по другой причине. Орден Древних запомнит меня тем, кто возводил города и возвращал людям воду! Или вернется пустыня и унесет всех в Литополисе, словно пыль. Позаботься о нем и помоги ему все понять. Ты принес смерть и страшное горе в мой дом! Ты была слепа. Но пора прозреть. Твой муж – Скоробей. Это он. Этот человек пытал твоего отца и многих других. Нет. Ты можешь вывести своего сына к свету. Спасти от кровавой тьмы наследие отца. Прости меня, сын. Есть новости. ДНК Айи восстановлена. Ты получишь ее воспоминания. Они эпизодичны, но ты сможешь ненадолго попасть в них. Я буду верен тебе. Да. Странно. Ха-ха-ха!
Прямо битва при Соломине, капитан. Ты в ловушке. А вот и Фемистокл. И я выиграл. О, боги! Фоксид, почему мы не оставим все это себе? Золота здесь хватит, чтобы уплыть на Лесбос. А ты что скажешь? Если сундук не прибудет к Помпею, то корабль тоже. Ради него мы пойдем и в царство Аида. Я понял. За работу, грязные лентяи! Дамаст, мой оруженосец, вперед! Действуй! Хе. Наше дело — подкупить Помпея, спасти царицу и покорить царство. Хе-хе. Обычное дело для наемников. На весла!